Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Значит, сегодня, давайте прокатимся, будет ссылочка. Роман Голдман доработал автомобиль КамАЗ Полярник Вадима Чугайнова. Давайте сразу, будет два варианта, там с расцветкой кабин. Будет хаки, значит, такой зелененький, да, и будет рыжий еще, оранжевый, где он? Вот он. Значит, на модах данных на КамАЗе Полярнике будет присутствовать два комплекта резины, то есть вот такой комплект, но это что-то харповское, да, по-моему, и вот такое. Так, верхние аддоны, это, наверное, Сереги пасечника прилипли. Так, цистерна ставится у нас, такой вариантик. Кран, это где такой кран-то, интересно. Так, тележки. Это у меня прицепы от Дмитрия Романенко КамАЗа. Кстати, прикольно, они что-то нормально так прилипают. Дефолтные тележки. Давайте поставим вот такую. Так все русско будет смотреться, конечно, она. Вида из кабины, ребята, нет. Давайте, наверное, еще стойте секунду. Я убрал все. Все отлично. Вот такой такой монстряга КамАЗила. Звук какой-то полукразовский такой. Так, день-ночь. Ну-ка, синхронизация. Синхронизация, ребята, есть. Вон фары горят. Чпок. И они горят на постой. А так я их не выключил. Ничего тут нет, ребята, синхронизация. Ну и бог с ним, нет синхронизации. Так, у дефолтного краза есть синхронизация. Можете скачать, это версия 3, автоматическое включение, выключение, видите, на дефолтном кразе загорается свет, стоит синхрон. Так что, если кому интересно, ссылочка будет под видео на канале и, естественно, наверное, в группе. Так, надо как-то его щелкнуть, но без этого краза, а бакрас мы уберем вообще. Давить тебя, дружок. Есть, поехали, заправим его. Рычаг такой вот передачи тоже, естественно, вы найдете. Видео будет на канале, как его скачать, как его установить. Работает в мультиплеере рычажок. Рычажок прикольный, видите, когда ночью тут глазища у него загораются, вообще жестко. Так. Данный мод Роман Голдман выложил воркшоп. Я его скачал, переименовал файлы воркшоповские, да. Ну и вот сейчас делаю обзорчик и выкладываю, буду выкладывать на STMods. Думаю, все равно кто-то рано или поздно его выложит, поэтому почему не я, скажем так. Надеюсь, Рома не обидится. К тому же ему там было некогда, с Пашей что-то побеседовали. Рома был занят. Ну, раз занят, пока кто-то не выложил, пусть это буду я.
Так, что надо солярку заправить? Ух ты. Сколько, сколько? 5500. Давайте уроним. Что-то не могу понять, садится он, нет. Да, просаживается, все нормально. Так что вот у нас получается такой. Ну а все остальные отдуны давайте повесим. Этот я так с канистрами с этими оставлю, наверное. Мне такая достойная читерская драндулетка. Такой монстрила такой. Жесткий монстр. Так, давайте перескочим на этого. На хаки, который зелененький, да? Заведем его. Интересно, салон хоть есть там. Приборки там какие-нибудь. Ничего не вижу. Если честно. Плохо видно стекла. Ага. Вот как-то так там. Естественно, не анимация руля. Текстуры. Могли бы быть и лучше. Машина хорошая. Так. Так, давайте сюда сейчас что-нибудь при. Посмотрим вообще, где аддон тут присутствует. Так, а аддон у нас присутствует. Так, значит. Бум-бум-бум. Цистерну пихнули. Так, лесовоз. Кунг. Так, присутствует, ребята, здоровый кунг вот такой. Блин, как бы встать, чтобы все было хорошо видно. Вот он. Огроменный кунг у нас, да. Зелененький такой. Кунг дает нам 500 литров. Сейчас подождите секундочку. Значит, продолжим, ребята. Так, кунг 500 ремонта. Ой, сколько ремонта? 500 литров. 1500 ремонта. С кунгом у нас ставится. Даже не знаю, что и ставится. Подставка крана. Куда у нас ставится подставка крана, не знаю. Так, ну можно тележки повесить на 6 очков. На 4 я повесил, да? На 4. Да блин. Нет, на 6. Ну ладно, давайте поедем. Так, подождите, посмотрим. Сейчас снимем этот кунг. Поставим маленький кунг. Платформа чего? А, вот. Такая платформа. Еще и, наверное, ноги есть, наверное, экран можно поставить. Ага. Косячок небольшой с краном. Полный привод и погнали. Ну да, тоже такой длиннючий там, блин, он какой вообще. Так, давайте попробуем его загрузить. Почему на этот ничего не вешается? Ну ладно, давайте снимем его. Снимем. Что мы ставили? Платформу, да? Тут где-то должен быть лесовоз. 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 Надо снять кунг. Так, кунг. Кунг сняли. Лесовоз поставили. Сейчас загрузим его тоже. Телега. Лесовоз. Опа. 4 очка, ребята. Скинем. Все обратно грузится. То есть можно спокойно грузиться. Так, тележка это у нас была на сколько? На 6. Скидываем. Ставим на 4. Ага, неправильно стоит. Ё-моё. Поставили, ставим на 4. Такой четырехосничек. Выключаем.
Загрузить. Все, ребята, грузится. Скидывается опять же. Все грузится. Ладно, давайте воткнем тележку тогда мы на 6. Прокатимся. Присутствует еще, ребята, распуск. Здесь ставятся дефолтные аддоны. Дефолтные тележки. Скачайте сами. Увидите, ссылочка будет под видео на канале и в группе. И, естественно, на ST Mods. Ой, блин, поехал. Прицеп не загрузил, но поехал. Ёлы-палы. О, сейчас я его загружу. О, блин, быстрее, проще будет цепить, наверное. Давай назад. Парниша, вот так. Раз. Два. И погнали. Ух. Ну вообще такой кашалот. Мама не горюй. Это наподобие, как Павел Каблуков делал в Лейслон. Аж Коша. Тоже. Что-то похожее. Большое, возит много. Просто зверюга, короче, еще одна такая. Везде проезжающая. Ну, две такие машины. Ош-Кош от злого слона. И такие КамАЗики. И все. Карту можно рвать в клочья. Я так понимаю. Так что, ребята, советую, кто любит хардкорную грязь, вот как раз данный автомобиль, походу, для этого и нужен. Как бы нам тут встать, чтобы... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, на это на повышайте, да. Без прицепов их щелкнем. Прицепы стоят в сторонке. Нет, такой он будет скрин. Ну, какой-нибудь такой, чтобы это все влезло в добро. Так что вот, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочка на данный мод будет под видео на канале. Естественно, в группе на сайте ST Mods. Всем удачки, всем пока. Рома молодец, обалденный КамАЗ собрал. Ну, естественно, и Вадим Чуганов тоже. Так что всем удачки, всем пока. Приятных покатушек. До скорых встреч. С вами был Драйвер 51 Рус. Пока.